Здравствуйте, друзья! Вас приветствует Алексей. Жизнь поселения Чистое Небо. Эко-поселение Чистое Небо. Сегодня представлю вам изгородь деревенского типа. Два столба и жерди. Для этого нам надо зачистить макушки сосен, привезенные с пилорамы, уже недели две. Все не доходило до них дело. Сейчас я шкурю это все дело. Вот зашкуренная макушка. Другая макушка сейчас на костре обжигается, комель. Он будет в земле закопан, чтобы не гнил. Все септики и многие штуки как бы не совсем хорошо работают. Бревно все равно будет гнить. И для этого раньше на Руси именно обжигали комель.